Мои гуси намыливаются домой. Мои красавцы домой намыливаются. Давайте. О, пошли, и все равно им, что эти еще не собираются. Главное, те наелись. А про них говорят, вам надо, вы нас догоняете. О, мои вкуснички. Мои гусички хорошо наелись. Красавица моя, ты че? Давай, догоняй все, давай, давай. Домой, 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 домой. Вот и хорошо, что домой. Это даже очень хорошо. Дома дел много. Давайте. Знаете, что хочу сегодня приготовить? Икру из зеленых помидор. Хочу просто попробовать. Я ее еще не готовила, но все точно так же готовится, как типа икра кабачковая, там еще какая-то икра. Что-то вот это все пропускать через мясорубку. И помидорки зеленые. А у меня этих помидор зеленых, ё-моё, столько гнилых, столько всего. Порезать вот эти вот так гниль. Вон. Этим гусям бросить, а остальное вот это самое, как-то та часть нормальная. Сделать икру. Зима-то все съестся. Муж мне говорит, ты куда столько закрываешь? Это же она должна все съесться. Я ему говорю, мы сейчас не едим, потому что сейчас всего хватает. А зимой что делать? Зимой огорода нет, гусей пасти не надо, других делать толком ничего не надо делать. И а что только делать? Только кушать сейчас. Для того и мы работаем, чтобы зимой кушать, да? Мы сейчас для этого и трудимся, чтобы зимой кушать. Так что у меня сегодня будет. Пошли! Домой! Домой, гусечки, красоточки, домой! Давайте. Тут поляна хорошая для... Травка там хорошая для гусей. Вот они все сюда и прутся. Пошли, гусечки. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Та-да-да-да. Ну что? Гусечки мои, красоточки. Пошли. Пошли. У меня еще малыши не накормлены. Пошли. Гусечки, пошли. Ну что, как всегда, как обычно, показываем красоту. Видите, какая красота, правда? Неземная, можно сказать так. Не у всех так много ее. Там дальше у соседей тоже есть, конечно, но не столько. Так что вот, есть на что посмотреть и что показать. Пошли! Пойдем! Пошли! Пошли. Давай. Иди, иди. Иди, моя красавица девочка. Пошли. Пойдем. Пошли. Я думаю, что нету смысла гонять, чтобы они шли. Пусть потихонечку сами идут, потому что я только себя нервирую. Пошли да пошли. Мне оно рассказывает такое впечатление, как будто мне пластинка заела. Я только и кричу, пошли да пошли, пошли да пошли. Пусть идут. Только чего стоит кому-нибудь из лидеров или просто из гусей. Вот иди прямо, вот идти прямо, то есть... И все, и все за друг другом пойдут. А так нет. Они сейчас скитаются из стороны в сторону. Так что, как они такие. О, ветер, ветер, ветер. Ой. Капюшон пытаюсь одеть. Гусечки, красотулечки мои. Все мое хозяйство растет в внимании, в заботе, в любви.
и прочее. Я всех люблю. Потихонечку пасемся. Намыливается уже потихонечку. Ой, красавица. Вот знаете, вот травка у нас только пошла после дождей. Дожди вот прошлись, нормальные дожди прошлись. И трава пошла. Так вообще все лето же сухо было. Зато сейчас есть травка, правильно? Есть чем лакомиться, как говорится. Вот как их не корми дома, я имею в виду. Что делай, не делай. Вот для них всегда нужна эта трава. Вот честное слово. Травоядная, водоплавающая. Вот какая птица относится к какой категории, им это все необходимо. Все, домой. Домой! Наконец-то. Я думаю, что домой. Идем не спеша, за нами никто не гоняется, нам как будто море по колено. Но это для них, что сейчас я их закрою, водички поставлю, а дела-то, думаю, кипят. Мои красотулечки. Да-да-да-да-да. Ну все, все. Колонна построена, смотрите. Смотрите, какая у меня тут колонна построена. Какой ряд идет. Мои гусечки идут прям за друг другом, не спеша. Заняли всю дорогу. Типа, кому надо, те объедут или обойдут. Самые спокойные гуси. Это мои знаменитые гуси из Ютуба. Так, машина. Машина, давай. В сторонку. Машина, машина, машина. Давай, 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 давай. Машина едет, тихо. Ой. Мы идем потихонечку. Здравствуй. Идем, идем, мои красавицы, идем. Ну, не отставай. Тут у меня недавно мальчик спрашивал, ну он местный, житель наш. А гуси, говорит, у вас не теряются? Я говорю, слава богу, нет, не теряются. А мама у него спрашивает, а ты что, говорит, их украсть, что ли, вроде бы она сказала, хочет. Хочешь, он засмеялся. Нет, просто, говорит, интересно, если, допустим, иди, выходи, 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 моя девочка, выходи. Ну, интересно, говорит, просто если, допустим, оставите одного, да, или одну, и идти домой. Что будет, говорит. Я говорю, придет. Сам придет или сама придет. Сколько раз бывало. Правда, знаете, вот вроде вот все они, у меня обзор перед моими глазами, да, вот они, кто где, вот они, да. Домой пришла, загнала их. И все, уже занимаюсь, и слышу, кто-то за оградой орет. Я иду смотрю. А там моя гусечка пришла домой, которую я пропустила, скажем так. Приходят домой, они знают, где живут. У них это память-то, ё-моё, не девичья.
Ой, смотрите, смотрите, как бежит. Ягоды есть. Вот впереди вот он, вот этот, вот, вот. Вот. Я же знаю, когда он бежит, как бежит, чтобы ягоды есть. Ой, как они любят эти ягоды, если бы вы знали, как они эти ягоды любят. Прыгунчик мой, это прыгун. Сейчас смотрите. Видите, как у них шея-то длинная. Если не достает, то прыгает. Ну, давай. Смотрите. Готовится прыгать. Вот, видите, прыгает. Тянет. Пошли, пошли, пошли. Все, давайте, такая лужа у вас прям перед домом есть. Пошлите, давай домой. Не, дел хватает дома. Пошли. Давай. Если хотите в лужах купаться или что-то делать, лужи возле дома тоже есть. Пошли. Пойдем. Пошли, выходи. Выходи, выходи, выходи. Выходи. Давай, 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 давай. Уйди, машины. Машина едет там сзади. Так, сейчас пусть машина проедет. Так, тихо, машина. Пошли! Тихо. Пошли. 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 Что там вкусного? О, травку нашу вкусную. Смотрите, как с удовольствием кусает моя девочка. Ты моя маленькая, ты моя маленькая. Все? Пошли, они ушли. Пошли. Видите, видишь, я подождала, пока ты ее съешь. Да, моя девочка, красотулечка моя. Куколка моя. Иди. Все пошли, и ты иди. Пошли, пошли. Ау! Ну не пей ты эту грязную воду. Фу! Сейчас дома нормальной водички попьешь. Пошли. Пойдем. Гусечки, красоточки, домой. Давай. Пошли. Пошли. Пошли, пошли, пошли домой. Пошли домой. О! Все, давайте. Дорогие наши подписчики, гости нашего канала, вот наша улица. Мы на своей улице уже идем. И на шагов 10-20, может быть, мы от дома. Давайте, давайте, бегом. Бегом. Давай. Давай. Давай, моя красавица, домой. Домой. Давай. Да пошли, да. О, господи, я не знаю, вы что, не пасетесь, что ли? Что такая жадность-то тут нападает? Или знают, что я их сейчас закрою, пока вы выпустите, чтобы поесть последнюю травку? Пошли. Вот они. Чуть не оставила. Даже не поняла.
Пошли. Пошли, гусечки, пошли, мои родные. Пошли. Иди уже, иди, 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 иди. Давай. Беги. Пошли. Да, иди, любитель ягод. Пошли, пошли, пошли. Ну все, тут я вас точно гонять не буду, как хотите. Идемте, идемте, мои красавицы, идемте. О, кошка, кошка. Ну? Идем, идем. Идут, идут. Смотрите, как красиво идут.